Белая, 125-й, помощь, пожалуйста, можно нам от самокольца? Ты что, тебе не стрёмно, а? Тебе не стрёмно, а? Это же пенсионер. Тебе не... давай, да, вали на землю. На землю вали. Наручники. Наручники одевай, вали на землю. Пистолет доставай, стреляй. Вали на землю. Помоги мне. Русский. Смотри, тут, короче, полицейский заехал. Смотри, тут, короче, арестовывают женщину, короче. Это что происходит, вообще? Чё? Смотри, чё они, смотри, толпу её арестовывают. Короче, она пешеходник не там перешла. Посмотри, она пешеходник не там перешла. Это чё происходит? Великий русский народ! Вот он. Просто жесть. Блин, вам, ребята, вам... Ничего не нарушала. А чё тогда к вам подошёл? Я не знаю, что он ко мне... Вы данные, если назовите, поставят на тебя. Жесть. Да у него 8 тысяч, у нее этот. Дайте ей предупреждение, ей хватит на всю жизнь этого. Предупреждение дайте ей. Есть на всю жизнь хватит этого происшествия. Она всю жизнь теперь будет переходить. 500 рублей этот стоит. Вы что? У него 8 тысяч. Документы тогда дайте, и все нормально будет. Не, оказывается, недавно не документы. Короче, знаете, что сделал? Оказывается. Записывайте, что? Оказывается. Записывайте. Что? Вы будете писать под диктовку, да? Вы будете писать. Женщина, женщина, нате вам на штраф. На штраф возьмите, возьмите на штраф, заплатите. Я ничего не нарушал. Заплатите, если что, нате, возьмите, если что, вас нагрузят, заплатите за штраф. Вот так, пусть, короче. Хорошо, присаживайтесь. Вон, смотри, вот они, герои. Вот еще один.